Вот. Значит, оппозиция арианству. То, что Арий говорил, мы с вами записали, да? Оппозиция арианству одна. Божественность Сына. Что Христос есть Бог. За эту истину встал Афанасий, великий, несгибаемый. Вы понимаете, как все было удивительно? Ну, промысел Божий был. Афанасий, он не был пресвитером. Пресвитер был Александр. Афанасий был там секретарем в церкви, был диакон. И он был маленький, маленькую роль играл. Но благодаря своей вот этой вот твердости, абсолютному ясному, ясной позиции, не философской даже, скажем, а какой-то вот позиции верующего человека, он стал номер один. Хотя он был там где-то, незначительную роль занимал. Я не раз это замечала. Если у тебя есть что сказать, скажи. Если это Божье, то сказанное на ухо будет на кровлях потом говорить. То есть выскажи свою мысль. Не делай интриг, не организуй так, чтобы это... Она должна быть высказана. Дальше Бог позаботится, что ее все услышат. Это вам совет. Выскажи свою мысль. Не кричи о ней. Не подбирай сторонников, не организуй партии. Но выскажи ее. Я неоднократно это пробовала. Тихим-тихим голосом сказать какое-то свое вот убеждение. И потом смотрю, все это идет, и все забыли уже, что я сказала первое. Я, конечно, уже молчала, что это я сказала. Я просто вижу, дальше идет, работает, это все воспринято, идет уже своим ходом. Так, сила позиции Афанасия. Вы знаете что? Просто в сердце напишите. Сила его позиции, у него был искренний характер, устойчивый. И он стоял на твердом основании единства Бога. Это сохранило его от идеи субординации, что есть Бог высший, Бог низший. Но ведь эта идея, она где-то мелькала все время. У гностиков она прямо мелькала. Помните, там два Бога, высший, низший, демиург там. Ну, вот. У других тоже как-то потихонечку они так считали. Субординация, столь характерная для его времени. И третье – это чувство. Он чувствовал, что рассматривать Христа как творение значит отрицать, что вера во Христа приводит к спасению. Спасение Афанасий понимал как союз с Богом. Спасение он понимал как союз с Богом, потому что только Бог может спасать. И только вера во Христа приводит человека к спасительному союзу с Богом. Он учил людей признать божественную природу Христа и значение его личности – с великим и неизменяющимся тактом. Он повторял эту мысль снова и снова. Взгляды Афанасия на отношения сына и отца. Он силой подчеркивал единство Бога и настаивал на такой теории Троицы, которая не нарушала бы этого единства. Божественная сущность одна. Нельзя говорить о некоем втором Боге поменьше. У отцов церкви каппадокийских даже работа будет у одного из них. Не три Бога. Очень интересная работа. Посмотрите, пожалуйста, еще раз вернитесь к IV веку, к вашим сборникам. Весь смысл нашего курса, что что-то из отцов церкви в подлинниках прочитается. Он не верил, что сын был создан, сотворен. Говорили, он сотворен. Это было давно там, но он был сотворен. Он не верил в это. Он утверждал независимое и вечное личное существование сына. Три ипостаси, считал он, нельзя в то же время рассматривать как отдельные. Это будет политеизм. Три Бога будет. Его формула – единство в сущности. Так. Сейчас мы подходим с вами к тому, что богословие очень похоже на математику. Ты никак не можешь, ты к неправильному выводу придешь, если ты неправильно что-то используешь. Значит, новое слово введено, это не библейское слово, ипостась.
Е, подожди-ка, это Имеем образ. первая Первый, глава, да, есть ипостась, да. образ ипостаси его. Ипостась – это личность. Это то, что отличает от других. И поэтому понимание Бога как единосущного в трех ипостасях – это и есть достижение Никейского собора. Слово «сущность» – это не имеет личностного выражения. Ипостась – это имеет личностное выражение. Понятно, да? Понимание Бога как единосущного, да? Да, единосущного в трех ипостасях. Три ипостаси, они не являются отдельными, как личностями. Это будет политеизм. Его формула – единство в сущности. То есть ипостаси могут отличаться в других отношениях, например, в формах личного существования, но не в сущности. Сущность божественная. Как и Ориген, это все оригеновская школа, это же все Восток. И Ориген, он отец всего восточного богословия. Афанасий считал, что сын рожден, а не сотворен. Написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Это не сотворение, это рождение. Он считал, что это происхождение, в отличие от Оригена, было необходимым, внутренним и вечным актом Бога, а не просто зависящим от Его воли. Что это было, это были не теории, а защита главного христианских убеждений в вопросе спасения. Какие христианские убеждения здесь отстаивались? Почему все время показывалось, что должно быть единство с Богом? Наше единство с Богом. Потому что единство с Богом необходимо для спасения. А как нам соединиться с Богом? Поэтому второе убеждение. Только Христос, как сам Бог, может соединить нас с Богом. Он посредник. Он стоит посередине. Впоследствии будет ясно, что он человеку одну руку протягивает и Богу другую. Он посредник между нами. Только Христос, как сам Бог, может соединить нас с Богом. И последнее, третье. Бог сам во Христе вошел в человечество и соединил нас с собой, принеся прощение грехов, истину и бессмертие. Если бы, третье, Бог сам во Христе вошел в человечество. Кто воплотился? Бог воплотился. Называется Христос Бога воплощение. Бог воплотился. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын Божий, сущий в недре Отчим, Он явил Бога. Понимаете ли, что мы, зная Христа, мы знаем, каков Бог? Филипп, Филипп, столько времени я с вами, ты не знаешь меня. Видящий меня, видел Отца. Понимаете как? То есть мы можем проецировать качество Христа на Бога. Мы можем иметь это полное доверие, полную свободу, принятые Христом, находясь во Христе, являясь христианами, принявшие Христа. Мы имеем свободный доступ к Отцу. В Иисусе Бог нам не судья. Это же гимны дивные все. Проповедь христианства в гимнах. В Иисусе Бог мне не судья. Он друг и пастырь мой. Так, значит, вопрос был ясно определен. Стороны тоже определены. Арианцы отвергали идею вечного происхождения Христа. Они говорили, что было время, когда его не было. Что где-то он был создан из несуществования, то есть было время, когда его не было. И сын не той же сущности, что и отец, ариане. Афанасий, вечное происхождение сына, сотворение той же сущности, что отец, единосущный ему. Тогда ариане говорили: ну хорошо, давайте назовем его, что он подобосущный. Спор был отчаянный.
единосущный или подобосущный. Вы понимаете разницу? Подобный – это похожий. Единосущный – это такая же сущность. Точно такая же. Это Бог явился во плоти. Боговоплощение. Ариане, терпя поражение, они выдвинули подобосущность. Очень печальная позиция историка Евсевия. Он все время принимал сторону, если не ариан, так полуариан. И вот он сторонник был вот этой подобосущности. Вот. Кроме них еще была большая средняя партия, вот с историком Евсевием во главе, партия о регениках. У них была арианская склонность против учения о единой сущности. Эта партия предложила решение, которое во всем совпадало с Афанасьевским, кроме единосущности. Они предлагали подобосущность. Афанасий победил их только потому, что император свою вескую руку положил на его весы. То есть Афанасий был несчастлив этим актом. Он чувствовал силу в себе и ясное видение вот этого, того, что вам изложило учение Афанасия. Он очень ясно видел истину. Он желал и чувствовал силу доказать это. И ему не дали это доказать, а император сказал, да, принимаем, значит, вот единосущные. Так, очень хочу вас предупредить. Мудрость Афанасия. Император, который поддержал его, и он победил благодаря поддержке, вполне может потерять эту поддержку. Будет другой император. Изменится мнение этого, настроение будет другое. И что? То есть, а где истина? Афанасий победил только потому, что его поддержал император. И решение звучало так. Веруем в единого Бога, Отца Всемогущего, Создателя всего видимого и невидимого. Знакомая характеристика, да? Это еще отцов церкви, да? И в Господа Иисуса Христа, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом. Здесь вот это очень важно. Несотворенного. Рожденного, несотворенного. Это было ясное утверждение. Термин «единосущный» нельзя было ни вертеть, ни перетолковывать, придавать ему иное значение, чем то, что сущность сына та же, что и у отца. Это утверждение помещало его на один уровень с отцом, несотворенный и той же сущности. Это было вот такое огромное достижение. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. У вас есть афанасьевский символ веры. Вы получили, да? Вы обратите внимание, как здесь подчеркивается все время настойчиво одно и то же. Да, и написано, и Отца, и Сына, и Святого Духа, Божество едино, слава равна, величие совечно. Каков Отец, таков и Сын, таков и Дух Святой. Отец не создан, и Сын не создан, и Дух Святой. Отец непостижим, и Сын непостижим, и непостижим, и Дух Святой. Отец вечен, и Сын вечен. Впрочем, не три вечные, но один вечный. И не три несозданные, и не три непостижимые, но один несозданный, один непостижимый. Подобный ему Отец-Содержитель, Сын-Содержитель, Дух Святой-Вседержитель. Ну, вы знаете, иногда в церквах нас ясно понявшие молятся, молюсь Богу Отцу, Богу Сыну, Богу Духу Святому. Это правильно. И поэтому он, христианская истина побуждает нас каждую ипостась отдельно исповедовать Богом и Господом. Нет, что воспрещает нам благочестие говорить, что три Бога или три Господа. Отец ни от кого не сотворен, не создан, не рожден. Отец от единого Сына не сотворен, не создан, но рожден. Дух Святой от Отца не сотворен, не создан, не рожден, но исходящий. Но о Духе Святом это решение будет позднее. Посему один Отец, а не три Отца. Один Сын, а не три Сына. Один Дух Святой, а не три Святых Духа. Всей Троице нет первого или последнего, нет большего или меньшего.
Ну, в общем, вот прочитайте внимательно, то это именно то, что он все время подчеркивал и отстаивал, и убеждал, и говорил всю свою жизнь. Я хочу вам прочитать... просто некоторые факты биографии, периода жизни. 296-го он жил, по 373-й Афанасий. 296-373. Во время собора ему было 30 лет. Вот. Неуклонный последователь никейских решений. Афанасий скоро умер, Александр пресвитер, и Афанасий ему наследовал как пресвитер. Цельность характера, резкая, непримиримая борьба с арианством. Вы знаете ли что? Вот он не был дипломатом, он был борцом. Он с яростью обрушивался на противника. Он мог высмеять его, переходя все пределы приличия. Он, когда на него нападали, он сдачи давал. Ну, в общем, очень такой, один сказал у меня, студент, делал о нем доклад, говорит, он похож на вот пса, который охраняет эту церковь, никто не смеет нарушить ее покой, ее единство. Он будет рвать, он будет зубами вгрызаться, он будет гавкать, он будет... Ему все помогали. Церковь его в нем души не чаяла. Пустынники в нем души не чаяли. Он у пустынников укрывался, когда его ссылали. И вы знаете, на каком-то корабле он бежал. Эти корабельщики подхватили его, догоняют, кричат, не у вас ли скрывается Афанасий? Весь корабль дружно кричит, нет у нас никакого Афанасия. В общем, события... Я прочитал еще интересно, когда догоняли на корабле, и подплывает Афанасий, стоит перед ними. Да. Они говорят, Афанасия не видели? Он говорит, он плывет перед вами. Он, в принципе, здесь. Он говорит, плывет перед вами, если вы поторопитесь, то вы его догоните. Один раз поплыли дальше. Он правду сказал, вот да. Они перед вами. Он, знаете что, тут у него было, он умел и поиздеваться над противником. Противники, поскольку без конца были у него споры, то противники говорили, что он убил там какого-то человека, взял его руку, и рукой это волхвование. Он тогда привел, значит, какой-то местный собор был, он привел этого, да, и тогда все стали кричать, пускай покажет руку, и тот покажет одну руку. Нет, говорит, вторую пусть покажет, тот покажет вторую руку, обе целы. Понимаете ли, то есть вот этот театр он сделал, чтобы посрамить их. Нет, так он еще и подколол, он говорит, но если вы, говорит, только не скажете, что он, говорит, был уродом, у него третья рука была, ну тут они совсем просто... Да. Понимаете, вот такая вот, такие черточки рисуют облик этого человека. Значит, он Антоний, монах, за свою долгую жизнь, вот, ему довелось и много помогать Афанасию, он заступался за него. Пахомий назвал отцом православия. Так, Пахомий об Афанасии. «Мне Дух Святой сказал, я воздвиг его, как столб и светильник церкви. Много скорбей и оклеветания человеческих ждет его за благочестивую веру во Христа. Но победив все искушения, укрепляемые им до конца, он возвестит церквам евангельскую истину». Это Пахомий, известный тоже вам, пустынный житель, создатель монастыря. Константин считал его дерзким гордецом и крамольником. Опять изгнание. Бежал к отшельникам и написал жизнеописание Антония. Вот это вот замечательный труд его. Этот документ сыграл свою роль при обращении Августина. И, наконец, он после там пятой ссылки вернулся и до смерти правил епархией. И 46 лет епископства, 20 лет изгнания. После него будет император Феодосий, тот император, который не по линии Константина будет отдельно избранный император, он после себя
оставит двух сыновей, разделив их им империю. Помните схема? Это будет в 395 году. Но император Феодосий в результате всех этих вот подвигов Афанасия, он повеление издаст всем соблюдать никейскую заповедь, никейский кредо. Поэтому вот такие краткие факты его жизни. Значит, собор кончился. Решение собора не остановило спор. Спор будет еще 60 лет. Это было только начало спора. Сильная рука императора не уладила вопрос. Напротив, получилось, что христианская вера зависит от императорского каприза и дворцовых интриг. И Афанасий даже не был удовлетворен. Начался временный подъем полуарианства на Востоке. И опять против них мужественный Афанасий. Это был величайший человек своего времени, готовый, очень важная вещь, страдать за истину. Вы понимаете, когда человек готов отстаивать до тех пор, пока на него сильно не нажмут, это ненадежно. Отстаивать нужно, быть готовым внутри и страдать за это. Церковь постепенно становилась полуарианской, а императоры вставали на сторону большинства. «Один Афанасий стоял против всего мира», – писал один историк. Какая была оппозиция к никейскому символу? В ней было две партии. Честные ариане заявляли: «Сын иной сущности, чем отец». Другие считали, что он не как отец, а и что иные считали, что он подобосущный. Все они отказывались принять никейское определение. Они возобладали в Восточной Церкви.